Пацаны, я в вашей штуке. Нету аддона, что делать, сука? На сверке не кидайте истерию. Скачай аддон, блядь, что ты мозг паришь? Истерию, ПС. Открой папку Вовки. Спасибо за подписки, ребят. Спасибо. Так, кто танк? Поклонский танк, это отлично. Прислал, скажите, кто 5-7 держит. Спасибо. Я передаю Грэлла. Кто танк? Да я понял, но в том-то и дело, что... Блин, вы когда вот так кнопки, короче, будете нажимать, и будет туда-сюда слышно, лучше не делайте этого. Вот, кто такой Роджер? Кто из них кто? Роджер Иршам хороший. Вот у нас три Иршама, что делать? Что такое RJ? Ну, на другой класс заводить. У столба другие есть, почти все, все классы. Лайк, пацаны, Кнос какой-то мне лайк ставит на этом. Молодец, друг. Просто вред хочет. Так, протопаладин, кто у нас? Утроп, у тебя же есть протопаладин, да, дружище? Или ты молодец? Ты знаешь, что это или нет? Да, есть. Какой именно чат? Ну, рейдовый какой. Я хочу топ-эрпалом, пишет Утроп. Но это отлично, что Утроп хочет. Пока, короче, ориентируемся, что ты танк. Два ретрика. Так. Подписываются люди. 27. Ни хрена себе, 27 зрителей, ребят. Это пока мое большинство за 3 дня. Так, Тофа, какой спек? Тофа, какой у тебя спек? Кот у него. Доксен Сова. Эларан Шипы. Как кот? А как играть тогда? Да, Доксен Сове. Ну и кот у него есть, если что. У Филипса ДЦ есть. Так, нужен Эрдру. Столб, я не знаю, у тебя есть Эрдру, Столб? Ты вроде круто хилишь. Есть Эрдру? Есть. Ну, крут это... слишком хорошо сказано. Есть. Заходи за Эрдру. Блин, что-то золота нету. Как там банки покупать? Сейчас я куплю себе банок. Чего? Тофа это кот, да? Сумонтис. Моровин Танхоли. Как мы? У тебя какой спек? Акма БДК. БДК это танк, который... Давайте, ладно, вы оставайтесь с ДК все, блин. Короче, что, в идеале нужна сова, эрдру и хил какой-то. У кого из вот всех присутствующих есть сова? У тебя нету кота и у тебя нету роги. Так или Тофа же кот сказали. Тофа кот. А, окей. Ну да, роги. Фиксия может рога, а поклонский ретриком. Филиппец ДЦ. Так а ВДК тогда не будет. ВДК Акмо. Да ладно, я ВДК пойду в войки, Паси. Ну, я про то, чтобы рога в рейде был. Могу рога без проблем. Нет, так один ретрик так будет. Да, ну, смотрите, нужно одного лока ретрик. Или одного вара. Сука, а танк кто будет? Акмо, ёбаный ты в рот. Акмо. Моровин-то у тебя анхолик есть? Я могу анхоликом. Ну, могу позвонить роге или танку, блин. Роги, либо Локу. Рога какая? Да нам нужен, короче, хил один. Или полипал, или эрдру, или ДЦ. Ну, я могу зайти вместо полену на эрдру. На ДЦ. Рога просто 4% дамаги. Да сейчас мы рогу найдем. Олежек, пошли ДЦ в рейд. Ну, можем взять Белина ретриком, если у него нет КД, я могу зайти рогой. Делим. Давай пати, я посмотрю, тебе скажу, на кого, куда зайти и так далее. Трися нормально сказал. Я сейчас не могу. Короче, я могу еще позвонить Носку, и Носок зайдет, и все. Носка рога без КД? Ну, вроде как да. Давайте Носок рогой зайдет, а Флипец в ДЦ спекнется. Вот у нас будет 4 хила, рога, и все будут вроде как. Пару минут подождите. Thank you.
Паша, у тебя же есть ДЦ, ты ж не зарачишь на? Я уже спикнутый, свыкаю еще. Что-то два шипона столько тогда, зато три лока, да? Три лока — это хорошо. Как тут слышу, Джайми? Да. Я стрим уже запаздываю чуть ли не на 30. Это ты на паузу ставил, а потом, короче... Да все, Олег, нам никто не нужен, мы Рогу сейчас возьмем и все. Еще не ставил на паузу, че, ебанутый? Стрим должен на 10 секунд опаздывать. Ты крит так и не включил, нихуя у тебя нету фрейма. Я не знаю, а что делать? Ну, а грит скачать как-то. Он у меня устаревший. Что делать, если он устаревший? Галочку поставить. Я на поставил, ты же видел. Так ты просто вытащи стандартные фреймы и все, нахуй тебе этот грит. А че вот мне пишут, что лог ультрасука? Что за ник еще такой? Без сокетов. Это че за лог? Ну слабый лог поменяю, вот и все. Гриша, Делок. Гриша, да сори. Будет сейчас еще вылетать с интернетом, там будем вайпаться. Гриша, сори. Слышу, Гриша, сори, блядь. Проверь там... видео, сейчас посмотрим, насколько будет спать. Хорошо, без тебя. Батя, Рома, фласки закупил. Я просто никогда еще на таком компе не был в ЦЛК. Я надеюсь, что я сегодня дам хотя бы 16. Я просто никогда еще на таком компе не был в ЦЛК. Я надеюсь, что я сегодня дам хотя бы 16. Кстати, да, да, секунд на 10 пошло, вот как обновил стрим. На завтрак не берут. Я именно купил две банки, блин, на сурка, лол. Я 4 купил, брат. Налечаю еще две. А тут у меня все пишут устаревшие модификации. Так ты поставь эту галочку, пускай будет, и оно все будет работать. Поставил, захожу в игру и... Ну посмотри на стриме. Понятно, что Коноп не на стриме, короче. Так я смотрел только что. Да, мне кажется... Нету, короче, видите, возле карты нет аддона. Вот посмотри, вой, сейчас загрузится он. По-моему, у тебя его, сука, в модификации нету, просто, короче, тоже нету. Возле карты нет аддона. Вот посмотри, вой, сейчас загрузится. Смотри, вот я выхожу из игры, сейчас на стриме тебе покажут. Давай. Вот я захожу в модификации. Грид, ДБМ, короче, все стоит. Сейчас на стриме тебе покажут. Вот я захожу в модификации. Грид, ДБМ, короче, все стоит. Видишь? Значит, вот удалить, галочка. Удалить грид с папки аддонов в Warcraft, скачать новый грид и вставить новый грид. Так я только сегодня скачал. Чего ты говоришь, Ваня? Пускай суммонится интоксикация, этот копар. Ну, мы уже трэш начали чистить. Так, ну а как я... Что делать? Скачивать аддоны. Так, ну как... Скажи, что мне бафет лучше. Ты можешь хуй забить на эти аддоны, вытащить из вкладки рейд все группы. Так у меня не ДБМ, а ничего так не будет работать сейчас. Да и нахуй тебе это ДБМ? Че ты в него смотришь, что ли? Ты... Ну я буду по таймеру смотреть, когда еще какие вальки. Типа РЛ же. Ебать, это... Я думал, ты это так знаешь. Ладно, давайте, буду наличие скачивать. Там и так все известно уже, ну, все зазубрили наизусть. Ладно, давайте, буду наличие скачивать. Стелуш, полбы, блядь. Че, рога-то будет у нас? Че там, на сок зайдет или нет? Вперед. Вовремя ты. Ну, я же об этом сказал уже. Я не слышал. Так понял, у нас демон без камней, не знаю. Блин, так пусть интоксикация спекается в демон. Дайте, пожалуйста, суммон, я посмотрю на всех, короче. Мы поменяем сейчас. Тут мобов бьют.
Я каким? Да какая разница, какой ДПС? Сколько ты? На 2к больше дашь? Ну заходи тогда, маме. Камня, кстати, уловил, только в плаще нету. Не знаю, что доебаться. Ну так, плащ, голова не зачаренная. Он демон, он бафает СПД всему рейду. Че, есть ВРК у нас рога? Один слот у нас для разбойника, чтобы рейд кайфовал. Почему 27 зрителей, 28, а подписчиков не прибавляется, ребята? Не забудьте нажать подписку и заходить на мои стримы, тут будут нормальные игры, не вот это вот, которое вы играете. Ну я плащ поменял, что лучше стало, да? Стримил до этого. Меня больше всего убивает, ребята, вот вы идете там, ну, одевать своих твинков, и вам говоришь, зачать шмот, там, встав камни, то, что вы сами должны делать, а потом ты мне говоришь, так лучше, ну, типа, я это вообще не понимаю, ходить вагоном, да, ну, я вообще так не играл. Я сегодня в РС не мог пульнуть, пока не поставил камни и не зачарил перчатки, блин. Я не пулял в РС. Слушай, у меня два плаща, я один просто забыл сменить. А кто говорит, это ультраскука этот говорит? Да. Ты не будешь нас вайпать, друг? Нет, конечно не буду. Ну все, все, я не пойму, что ты копались до пацана. Сразу видно, нормальный тип. Пускай чарку на голову купит. Артанис, Даларан, купи чарку на голову. Я думаю, у тебя репа вкачана с этой организацией. Не знаю, как она называется. Ну, я могу купить чарку. Перезайду на чара, долечу, куплю с чарки. Ну, так, пока это погода сделает. Ну так-то это 50 СПД. Плюс дух там дает. Там, ну духа 50 СПД и крит 20. Ну, крит, да. Ну, Моровинда, кстати, рога тоже есть. Готовьте молотор Грима к последнему полету. Герои... Я маг, мне не принципиально, будет тут рога или нет. Поняли, как я мыслю? Пошел ты в жопу. Я бы лучше шипы взял вместо роги. Было бы красивее. Да-да, кстати, да. У кого, я не знаю, загнать. У нас хилы-то хоть нормальные, там вот Машулечка, Роджер, Апис. Спроси у Джерри, она за Машулечку не тебе объяснит. Так это ж любовница его. Сейчас, слышите, я буду врываться сейчас наверх на пульте на меня. Короче, рога есть. У Поклонского, у Троба, Моровинда. У тебя. Меня. А я-то тут. Кобели мне ничего не ответил, кстати. Я что, за рогу играю? Хорошо, что не умею играть за рогу. Кстати, у Войда тоже есть. Валивай, посылай его на рогу. Славик, там тебе, кстати, должен был писать Антон. Антон должен был написать. Ну, он, походу, опять будет играть. Заливишься? Не-не. Стена, помнишь такого копара? Да. А где он должен написать? Ну, он ВКонтакте мне писал так-то, что он, наверное, опять будет играть. Помню, варта это, да, стена? Угу. Ну, нормально. Кто-то донатит, пацаны. Сейчас тебе задонатят, блядь. Ты сделай там за донат, там покажу сиську там, ну такую хуйню. Косарь. Покажу, пацаны, покажу сиську за донат. Короче, там линканул Twitch в чат, я тоже линканул. Если меня забанят посреди рейда, пересоберемся. Бля, был бы ты тёлкой, тогда бы можно было, а так чё тебе косарь за сиську? Да у него сиськи больше, чем моего тёлки, блядь. Что-то, да, короче, куда-то задонатили, оно не добавилось на лечение Dark Stars. Задонатили, наверное, на PUBG мне.
Ты еще раз поделишь нам? Да, там у меня же было две этих цели созданы. Что значит лечение? Что, больные? Блин, да это для олдчата вообще. На олдчат, я так понимаю, не зашел. Да олдчат нахуй не зайдет никогда. Им здесь... Без ДБ матяшка. Я, короче, вот этот большой уже два раза каст сбил. Где второй танк? Ну так пинул просто. Третий раз, пацаны. Одного танка. Кстати, это походу лучший рейд, в котором я был, блин, ну, вообще за последнее время, блин. По составу. Блин, я просмотрел, кто мне задонатил. Честно, как узнать теперь это? Ну, сам Галкин, да и Лив. Ксюха спрашивает, 20 рублей задонатили. Спасибо за донат, ребят. Сколько? Один столик. Что-то на нам ПРЛ. Ты что, донат был? Прицел, пойдешь за ШП? Так. Только это нет крестов, присоединить. Аня пишет, это я донатил. Аня, ты серьезно? Показывай сиську, говорит. Не могу. Слышишь? Вон возьми это Оксану Амнистию с нами. Подождите, давайте разберемся с Рогой, чтобы все было нормально. Сейчас Суслятинка... носок зайдет. Все, разобрались. Носок сейчас зайдет. Суслятинка, ты пойдешь на мага? Ты что-то поговорил и не пошел никуда. Здорово. Привет. Заходи, чтоб мы, ну, по... Блин, ну ладно, оставайся на осколке тогда. Осколки важнее, чем ДПС. Привет. Привет, ты лагаешь. Я могу магом зайти. Да не, у нас фулл рейд, мы же только Рогу ждем. И вот вы ищете. Вот Руслан Галиев задонатил 500 рублей, я вижу донат. Вагоните за донат, что ли? Кто у нас? Кстати, можно... Я повагонил за донат. Да какой, Аня? Ты не Руслан Галиев, не разводи. Да это я, блядь, тебя задонатил. Иди нахуй, уже бей лича. Чего вы тормозите? У вас по-любому там супер заряженный рейд, блядь, а вы сидите и дрочите что-то, ищите кого-то. Я не пойму вас. Мы только собрались. Дружище, кто не кричи. Кто у идет? Успеешь пикаться? Короче, как вытащить теперь этот рейд фрейм весь? Открой рейд и просто там, где пишет группа 1, группа 2, группа 3, группа 4 и вытаскивай здесь все. Вы понимаете, что ты... Как? Короче, ладно, сейчас мы убьем пару боссов, я на кораблях пойду скачаю аддоны. Реально. Может, тебе кто-то их скачает пока что? Там, пацаны, если вы, короче, сообщение пишете, его будут озвучивать, кстати, звуковой. Привет, прицелу. Да, а то... Давайте, короче, МК меняемся с магом. По бафам. Что по бафам? Трис, вы распределили бафы или вас распределять? Да, все распределили, есть бафы. Все, здорово, пацаны. Блин, я тут не нужен, мне кажется, как РЛ. Ты только донат принимай. Поставьте рыбу, пожалуйста. Поставьте рыбу. Пейте банки. Одна рыба. Блин, ни одной не вижу. Вон стоит. Я вижу кабана какого-то босса. Да вон рыба стоит, ДК стоит на рыбе. Возле шкафа.
Не вижу носка, короче, он долго будет заходить. Начнем без него. Нет, еще минуту прям. Кстати, вот Powerhouse у меня заработал, а... Вон рог пустует. А эти почему-то нет. Ну, грит и ДБМ. Это носок? Это стол. Ну, вон моим зашел рог и просто. Нет у меня рекаунта прицел. Ну нет аддонов, короче, только сегодня воп скачал и этот. Давайте бафы роги, короче, чек на пул. У меня, наверное, даже прав ЕПГП нету начисляли. А, у меня нет ЕПГП. Кто? Вой, ты будешь добычу делить. А у меня нет аддона просто, Олег, что ты меня повысил, что нет. Интенсификация, ты здесь? Все готовы? На пул, пожалуйста, на Поклонского. Начинайте. Давайте, Рост. Ничего не бэрим. Так бьем. Давайте, флипец, гимн на хп, когда лужа будет. Давай, гимн. Лоран, давай гимн на хп. Давайте за спину все становимся. Так, ну картинка идет, бой идет. Вы все дамажите и молчите, это так приятно. Да не в рейде, Рома, чё за хуя? Так, ну как? Кто матерится, того стоять не будет. Там мне так гадалка сказала, кстати. Как вы вот к гадалкам относитесь? Если кто-то может только руками и языком. Бесплатно, нормально. Так, ресните мага, пожалуйста. Слава, подели добычу пацанам. Киньте РДПС в рейда, в РЧАТ, пожалуйста. Так. На лечение сисек дарков. Спасибо, пирожок. Кому сиськи лечить? Сейчас на стриме появится самый главный актер. Хилов нету, куда ты пошел? Ребят, на стрим жизнь пришел главный актер. Быстрее бегите. Рульте колесо. На мейн ноу. Давайте, пацаны. Что-то хотел сказать, забыл. Блин, что с головой вообще стало? Про актера хотел сказать какого-то. Про актера? А ДПС хотел увидеть, что там, я сильно далеко? Первый. Да он слакает, ты видел, как он кнопки жмет на... Я на это ДПС смотрел. Хотел увидеть, что там? Пацаны, дамы, извини, Англиф, пожалуйста, если я тебя обидел, когда пацаны ко всем обратился. Линканите ДПС, пожалуйста, чтобы я просто глянул, хотя бы 10-10. Я линкал, промотаю вверх чат. Блин, ну ты серьезно? О, вижу, спасибо. О, я первый, пацаны, 19.
это комп. Не, включен. Это комп. Просто комп, отвечаю. Но я. Ну представьте, у меня при пуле ребра было 3 кадра раньше на ноуте. 3, сука. Ты давал 20 кадров. Ну да, как бы. Ну не всегда. Какой большой донат. Так, Акмо, спекни с танка, пожалуйста, я вижу, друг. Ты уже в танке. Годовой паёк. Спасибо. Аноним. Почему вы анонимами представляетесь? РДД протопал справа, 2 БДК милики слева, на боссе только разбойник. Давайте минутку ждем, сейчас 3 не откадешиваются. Забавляйте, пожалуйста, мага Эларию. Вуди, это ты на маге, да? Англиф, только за 20 рублей. Извини, такие желания. Тебе что, не показывают подписчиков твоих? Показывает, но я не знаю, что вас не показано. Это я закинул, короче. А ты анон 500 рублей закинул? Ну да. Но ты, видимо, короче, не указал от кого. Я не знаю, как там донаты эти происходят. Спасибо, Сань, большое. Я тебе их верну, пиво тебе налью потом, когда разбогатею. Окей. Давайте, чек на пул, мужики. И дамы, и англи. Мужики, дамы и англи. Вот так будем. Все готовы на счет 3. 1, 2, 3. Выходим служить. Главное, короче, присты, сова и кот, контролим чуваков, которых леди берет в контроль. Тупо ничем не занимаемся, и кот то же самое, контроль отдаем. И смотрим за... Давайте, контроль раздали. Утроба... Да, танки, короче, ну нормально. Духов смотрим, тупо за духами смотрим, контролим и смотрим духов. Там справа трэш не убили. Надо миликом бить. Милики, пожалуйста, фуривары направо все ушли. Кот, поднимай, пожалуйста, приста Элоран, сова, поднимай и приста Альтея. Два фурика ушли направо. Рано не подняли, если что. Контрольте Поклонского, почему он на меня набросился такой большой? Как донат. Сука, не убивай. Бэри надо раздавать. А, что? Кого Бэри? Тофа, ты поднял? Ты РЛ. Да у меня херня, ничего не вижу. Эрдру, поднимай Кортеса. Пока, если есть еще БР, больше не БРы. Все в трэш. Иди направо. Дайте бафы по локам. Блин, ну я проклятый поступил. Все, не бэрим никого, переводим босса. На пулы на Поклонского. Давайте контроллер раздаем. У кого бэр остался, плюс цените. Кого-то бэрнули, он встал и упал, или что? Трэш, добейте, пожалуйста, фуривары. Духов смотрим, духи в центре. Сова, сова, контроль. Ханта ловите. Блядь, рога, ханк, никакого контроля нету. ШП, пожалуйста, давайте контролить. Вы убили, чтобы он никого не убил, молодцы. Духов смотрим, все, забили, аккуратненько стоим, смотрим за духами. Трэш вышел, все трэш слева бьем. Смотрим за духами, готовимся, контроль сейчас будет. Нет ДБМ, я просто предполагаю. Рома, бафни инту, пожалуйста.
контроль, сове. Сове, контроль. Давайте бьем. Духи в центре. Все духи в центре хилы. Выйдите с центра. Трэш бьем. Бывает, что... Так я релогал Warcraft. Контроль. Раздайте контроль, пожалуйста, там, хантулы и ДК. Духов смотрим, все за духами смотрим. Один защит, все он танчит. Трэш бьем. Ой, меня кот догнал, какой нехороший кот. Да, конечно, с одной совой контроль это жопа просто. Кое-как. Пацаны, если тут есть пуги, которые смотрят этот рейд, это мы леди. Ну, грубо говоря, это идеальный кил для нас. Обычно у нас 2-3 человека живых остается. Кому-то что-то надо написать. Что-то у Англии как-то потрошу сильно мало. Что там, есть на их конта, нет? Нахуй нужен. Тяните ДПС, пожалуйста, мужчины. Многоуважаемые. То вы красавчик просто. Стараюсь. Ёлки, я даже в пятерку не попал. Ребят, спасибо большое. Расходимся. Вообще-то это странно. Рекан этот Кортес. Толоран правильно кинул. Ну, Войда еще, блядь, там пиздец по трэшу. По троллям. Кто? Я же маг, я не топ прицела. Я умирал. Меня убили. А, в прицел донате ты пишешь, что он топ прицела. Ну, дурачок просто. Андрей, спасибо тебе большое за поддержку. Знаете, я отсмотрел этих всех стримеров, и они вот, наверное, 20 рублей прилетают. Это начинается. Ребят, спасибо за поддержку, спасибо. От души. Спасибо большое. Я не знаю, я теперь на эти деньги смогу месяц жить. Огромное спасибо, ребят. Спасибо, прицел, за поддержку, спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я не знаю, я лично решил просто кинуть психатку, типа поддержать твой первый стрим у нас на сервере и там все дела. Спасибо, Сань. Ну вот это реально, вот ты пятихатку кинул. И еще кинул пятихатку, ну, ДК Арджей в гильдии нашей. Надо, кстати, уступить ему слот. Никто не хочет уступить пацану слот в рейд. Там просился, я его не взял, он 500 рублей задонатил. Мне теперь стыдно. Рися, а как кидать этому пидору скинуть пятихатку? Чем базарить, что я ему типа скинул, а ему еще ничего не кидал. А просто не знаю, как кидать. Блять, что, дурачок? Там же просто заходишь, типа, поддержать стримера. И погнал, а там карточку указываешь себе. Ты же только что 20 рублей кинул прицел, что ты обманываешь? Я ничего не кидал еще, блять. Да я ебал, у меня тут, ты пиздишь тут в РК, ты пиздишь там на стриме, там задержка 20 секунд, я не понимаю. Так ты выключи звук на стриме и все. Не, а зачем вы... После высока кикнуть и все. Пошли, трэш слева убьем, мужчины. Мужчины... Нормальная идея, кстати. Трэш слева, пожалуйста. Кстати, я смотрю на ноуте на опере, и у меня он как бы даже качество иногда падает. Хотя я в 1080 стримлю. Какая у тебя видеокарта, Роман? Сапфир RX 580 Nitro. Ну, не сильно дорогая, но это, короче, видюха между 1060 и 1070. Все равно бы висит. Там пойдемте, Саш. Пойдемте с другой стороны убьем. ДК пошел в другую сторону, согрел весь трэш. Пойдемте убьем трэш, спасем ДК нашим. ДК просто пробежал, побежал обратно к нам.
Что вы думаете? Слава, там плечи нужны Локову. Забываю Ctrl нажать, поверил на стриме, короче. Кому? Ну, если никому не нужны, я бы на PvP забрал. Это утро. Спасибо. Видишь, я тебя по голосу узнал просто. А меня тут все знают. А кто ты? Назовись. Я с тобой общался как-то за менталитет, короче, в России и Украине давным-давно. Еще с КИС вот этим каким-то... Давайте, на Твиче нельзя политические темы поднимать, поэтому вот эти слова «Россия, Украина» не произносим. Мы тут все из одной братской страны. Давай, слышишь, давай анекдот. Живая Беларусь, слава Украине. Я просто напоминаю тему разговора. Давай анекдот заебал. Чего не собирался? Блин, анекдот у меня только один, я помню. Ну расскажи на Твиче, ты не рассказывал. На Твиче еще не рассказывал. Там, по-моему, вот это слово нельзя тоже упоминать, которое, короче... Это пидорасы, которые не надо. Можно, можно. Да, кто-то опять задонатил много. Короче, слышишь? Рома! Рома, смотри, у меня карту блочат, давай я тебе на телефон скину нахуй бабло. Чтобы стример играл, блядь, подымал. Так ты тогда нигде не... Ну, нигде не высветишься, никто не узнает, что ты мне скинул. Я всем скажу, что ты не скидывал. СМС-ку покажешь. У меня чек из Сбербанка онлайн останется, нахуй. Все, у меня просто, смотри, вылезло сейчас. Типа невозможно совершить платеж нахуй. А вторую карточку я не хочу, блядь, скидывать, потому что у меня там много бабок, вдруг их взломают нахуй. А вторая... Рома сидит прям думает, блин, как бы это прицел карточку сломать. Спасибо, RJ, еще раз тебе за донат, если ты второй раз задонатил, но сейчас ты точно задонатил. Ты, я думаю, ты богатый чувак, ты где-то на севере, наверное, работаешь. Сколько он тебе задонатил? 500 рублей тип кинул, по-моему, второй раз песню просит. Ой, мороз. Не морозь меня. Пацаны, надо пацану слот в рейд уступить. Никто не хочет, кто там у нас анхолик, сори, спасибо за рейд, анхолик. Я могу вступить по 40, пусть заходит. Да я шучу, тебе что, ничего не надо уже копать? Ну так, нормально. Ну только Оля, и он бы пошел бы спать, или там кому-то помогать в РСК, типа криперсов. У меня Оля есть, если что, я в четверг забрал с Олю. Да не строил тебе, просто повезло. Рома, а ты на кухне играешь? Блядь, я в твою кухню больше, я строю. Ты разряжайтесь, пушки. Подряжайте. Короче, написал провокационное сообщение в волчате. Надеюсь, на него отреагирует. Не, я в зале, короче. Ну, я тут все место, кресло отодвинул специально, чтобы стол поставить, чтобы сзади меня стена была белая. О, сейчас там утипов бомбанет, походу. Блядь, ну слышишь, Рома, может на Сурка выключишь стрим, чтобы мы не позорились. Да я только ради него заходил, короче, ради Сурка. Так, а как надо банки прожимать? Надо одну нажимать, когда Сурок прибежит, да? А одну, когда нет. Кольцо роли. Ну, совсем нормально. Рома, слышишь, может скинь Ирла Войду, а то не видно, что он там линкует. Не будет. Я просто shift
и нажимаю в чат. Долго кольцо. А, кстати, не падал пояс с ребра, то я пояс должен был ролить. Падал, так падал, Рома, падал. А какой ПР забрал пояс? Не помню. Кто забрал? Ну можете сказать, кто забрал и посмотреть мой ПР? Альтея забрала. Кто? Альтея? Да. Проверьте бафы, пожалуйста. Приста баф. На мейн дал? Да. Я думаю, может, уже не надо, Антоха, давай не будем мучиться. Завтра еще соберем рейдик. Смотри, пидорас, он вообще соображает, что он тебе пишет в этот в чат? Тигара, который. Ты что, там хуйни мелешь, э? Антоха, ты заебал, ты же... Мальчики, успокойтесь, пожалуйста, давайте чё? Чек на пол, набираем рейндж. Но ты, если что, тебя все видят, что ты пишешь мне, Антон. То, что ты в личку пишешь, то все равно все видят. Ага, ну похуй. Тебе про это говорят. Женя, ты готов, поклон? Там уже просили то, что, блядь, слот, если что, кому-то... Поклон. Да типа, готов слот уступить никуда. После вальки, типа, лут ему не нужен больше. Спасибо за подписку, ребят. Спасибо. Новая мига, лузерс. Минуты на 3 поссать. Давай, лузерс, спасибо, что подписался. А, мужчины, короче, скажите, пожалуйста, за 3 секунды, когда там надо флаз купить, потому что нету ни ДВМ, ни хера. За 30 секунд? Да. А, Редж, я что-нибудь попью потом. Спасибо тебе за то, что ты 500 рублей задонатил. Огненный зев еще купить. Чего купить? Огненный зев. Да надо. Ну я надеюсь, что я сейчас 20-ку выжму, хотя бы 20-ку, короче. Ты сдохнешь, как вчера, Олег, и все. Да я не буду трешить. Я бахнул, это бахнул, пацаны. За 3 скажите. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте просто. Трэш, трэш, ребятки, трэш. Одна сова всего. Все в трэш влились, шипешники в трэш. Слышали, какой донат пришел? Звук выключен на тысяче. А тут проблема, у тебя не видно, сколько приходит денег, ну то есть на твиче. Все, я на твиче смотрю, все видно. Вот у меня ноутбук подключен, другой аккаунт, короче, все вижу. А я нет, странно. А ты прилетела была, да? Трэш, пожалуйста, бейте, мужчины. А что ты, маус-кликер, что ли? Я не пойму, ты мышкой скиллы юзаешь некоторые. Ну да,
У меня 5-6 кнопок забинено. У меня только у Холипала ПВПшного бинда есть, и все. Ну, Вершама чуть-чуть ПВПшного. Ну, это жестко, очень жестко играть так. ПВЕ 4 кнопки, ну 5, это максимум. О, 21-633, ребята. Я не играл в Warcraft 3 месяца. Алекса, скажи, скидывай. Это на тебя ПС вешали и всю херню, да? Чего? Я говорю, ПС, это все херня. Не, ПС не было, сука, я вторую банку забыл выпить. Какой РДПС? Не, я попросил, чтобы не кидали триксей, ПС и истерию, это для, надо для скрина. Залупа вонючая, я не выпил банку, я бы дал бы 22 сейчас. Скиньте скрин, заскриньте рекаунт. Я тебе скинул беседу с Каду и рекаунт. На, я видео скидаю, Олег. Спасибо, мамка твоя за донат, мамка моя. Спасибо за то, что вы отлично ДПСили, все убили трэш. Спасибо, Вольф, что ты справедливо делишь лут. Какой РДПС был? Какой РДПС у нас? Какое последнее место? Вар на 17 месте. Смотри, почему РДПС, флипец не спекнулся? 32. А почему флипец, ты в ДЦ был? Ты что, не мог спекнуться? Я что-то забыл сказать. Смотри. Вот 4 хила, короче, били. Вчера такой же был, 322, 4 хила. Тоже в 4 хила? Ну да, я забыл спекнуть это хила. Так ты учитывай, что там мы еще упали. Стойте все у портала. Быстрее портуйтесь, портуйтесь, Вальку бьем, портуйтесь, пожалуйста, ребята. Портуйтесь, бьем Вальку. Этот лог ультра, сука, был бы у тебя эта зачаренная башка, дал бы как я, а так там где-то пропал. Давайте, давайте завтра, короче, кто-то другой соберет рейд, я также приду со стримом. А, завтра меня не будет, сука. Хочу фуриком еще зайти, короче, есть фурик у меня спидевский. И вот фуриком я тоже выжму. Давайте все глубже заходим к порталу, вторая летит Валька. Быстрее, быстрее, глубже заходим, поклон, отойди подальше, пожалуйста. Агро, сэнки. Спасибо, пидорасы, ой, некультурные люди, которые загрели. В череп играем, в череп, все в череп, быстрее. Вторую после этого вальку. Без АВЕ, вторую, бля. Диспел. 300 диспел с вальки. Диспел. Здорово, все, АВЕ добиваем эти. Козлов. Это наши копии, ребят. А видели, короче, трейлер, новый фильм «Мы»? Кто видел трейлер? Давайте обсудим. Кто не видел? А кто-то смотрел фильм вот этот «Прочь», когда тип, короче, темнокожий афроамериканец, прекрасная раса. Концов, потому что... Ты прекрасная раса, короче. Потому что мы на Твиче, ребят. Твич — это мир толерантности. Типа, как он приехал, там и к расистам попал. Вообще негативнейший момент. А это от того же создателя. Рома, перебейте, а может? Да, давай. И поэтому Славика в рейд взял, потому что мир толерантности. Да. Мы со Славиком вообще братишки, это мой кореш, он лут раздает. Не, ну это понятно. Только поэтому в рейд взял. Короче, будет слот, а Рома, нет? Сегодня для меня. Пока не знаю. Я там в магазин просто пошел. Да дайте ж гнев небесный. Короче, все-таки Копар не выдержал, потому что мы не пошли на Валику. Заходи, Андрей, пошли. Плюсуй. Только плюсуй тем, кем ты в гильдии, чтобы не все были с одной гильдой. Блять, я могу этим, а могу фуловым прицелом, то есть, ну, фулом в адептах. Так ты фуловым прицелом же только что был в Dark Stars. Счислите Копару ЕП за 4 босса. А, это другой пиздец. Так, Казантипа удалили, удалили Казантипа у меня. Админ. За что, за то, что ты не заходил? За то, что на Синдре выдал 17к ДПС один крестом, и у меня после убийства дисканула, захожу в пристанет.
Так, кто-то удалил же, это значит кто-то доступ поймем к аккаунту. В личном кабинете я никому доступ не давал. Я таким не занимаюсь, ты же знаешь. Славик, начисли ЕП, пожалуйста, Копару. Жопнулся, ему все равно. Прелестно. Ты тут потянешь на Геру, ты там нормально одет, или ты как чмо одет? Нет, в смысле, как чмо, ты сейчас увидишь, в рекаунте, блядь, как чмо. Не матерись, ну почему только что мы все были не матерились, и ты пришел и начал материться? Один и бафы понемногу обновляем тоже. Я вылечу, короче. Там обидно, что у меня выпивка закончилась. Спамим, Олег спамит волчат, Арыч спамит волчат, это мои друзья, которые не попали в рейд, я спамлю волчат. Машулечка, ты тут, друг мой, ты можешь позвать своих друзей из гильдии, которую нельзя произносить в нашей гильдии, потому что они тоже наши друзья. Пусть они посмотрят, просто что-то в комментарии напишут, пусть оскорбят нас наконец. Но я до сих пор не познакомился с гильд-мастером этой гильдии, прекрасным гильд-мастером. И ты говоришь про гильдию Кнут и Пряник, или спрашиваешь? Нет, Кнут и Пряник на самом деле нормальная гильдия. Я про другую. Которая не на самом деле нормальная. Уже нет, мы убили собаку, котик агрит там ловушку, а мы направо все идем. Сейчас ловушку начинаем бить. Сука, ну конечно с этими фреймами тяжеловато релить. Тяжеловато. Зачем тебе вообще фреймы-то смотреть? Ты так не видишь, там же в чат пишет, когда кто-то умирает. Хоровое, ну я не знаю, я всю жизнь релил через грид, это замечательно. Я всю жизнь играл без задонов, какой грид? Ты чё? Опа, погоди, мне нужно горюху в гильдию взять. Можно выйти, да, заходить, там ивент не идет у вас? Англик, от тебя донат пришел с ником, твоя кошечка. Спасибо тебе большое, Англик. Ну не Англик, твоя кошечка. Спасибо. Почему ты решил, что это я? Да ну, это шутка про бабу, которую я продолжать. А, понял. Ты про свою девушку сейчас сразу или про что? Нет, я про твою. А что с моей не так? Блин, давайте завтра, знаете во сколько буду дома? В 9:30. Олег, какой рейд RS25R будешь в 9:30 завтра собирать? Чтоб я пришел и кем-то побыл в рейде. Англи, очень приятно, меня Рома зовут. Кто-то подписывается, так приятно. Я на 19 сантиметров, ничего себе. Спасибо за подписку. Про Рубик, спасибо. Надо еще научиться ники читать. А, что мы делаем? В рейндж мы ставим 3 ШП. Блин, ничего не вижу на этих фреймах. 3 ШП, хант, сова и 3 лока. 3 ШП, хант, сова и 3 лока. Только когда кто-то умрет, поскольку я это не замечу сразу, сообщите мне, чтобы я вышел на рейндж. Так будет правильно, да? Я первый на замену, а Эляра второй. Больше у нас нет замен, да? Слушайте, друзья, Кортес СС на Аписа, Ультрасука СС на Доксона, а Интоксикация СС на Кроуда. Раздайте ССы, пожалуйста, братишки на этом боссе. Поставьте рыбку, проверьте бафы свои, напишите, кому чего не хватает. Стой секунду, стою. Не пульте босса. Не пульте, пожалуйста. Давайте посмотрим прицел. Каску, пожалуйста, на друидов. Докс, ой, утроп контролирует все. Он уверен, что не нужна каска.
4 хила, ничего не диспелим, нету прицел. Сори, я по 75 купил, ты 70 даешь. Ладно, на, я у тебя воровал. На, я у тебя воровал когда-то пласки, я тебе дам одну. Когда-то подумаешь, 5 стаков пропало, да? Да нет, ну не столько. Я даже их не воровал, я пил их, ходил твоим персом в рейд и пил их. Ваня, да. Помню, кому я сказал СС, кто на Кортес, кому СС должен был вешать? Доксон. Чего-то не хватает. Интеллект, лапу можно, пожалуйста? Интеллект, есть, лапу дайте, чек на пол. Господь, почему так неудобно с этими панельками? Подписываемся на канал. Все готовы? На счет 3. 1, 2, 3. Фулл дамаг в этого омерзительного босса. Такого же, это как бильдмастер гильдии, которую не хотим называть. Зубы прожми. Жму. А где она, сука? Я нашел, я прожал. Спасибо, что сказали. Так, расскажите, кто на стриме со звуком, слышно ли, когда у меня контакт пикает? Потому что как-то настраивал, чтобы не было слышно, но вроде его все равно аудиозахват берет. Горн обновите. ХП крик. Что мне надо эту трансляцию потом удалить с Твича, потому что это пиратка? Спасибо, что ответили. Не надо. Ты позориться не хочешь, просто так и скажи. Блин, Я сегодня подписчиков столько накопил, что я не хочу, чтобы теперь заблокировали канал с 12 подписчиками. Рома, на Вальке до магаза бегу буквально крутингом. На ком? На Валитре. Да, бегаешь, что пиво не продадут уже. Ой, что вы не должны брать в самом руке? Удивление, никто не сдох. Линканите. Линканите, чистый. Ребята. Чистый, я уверен, блядь, что я первый. Пильте. И не первый. Сюка. А какой я? И третий. Говно, меня вары обогнали, которые мелкие были, да? Да, да, на первом месте какой-то воин. Меня вилари обогнал. Какой-то воин, поем, что не забрал их еще? Чего похилить, Паш? Я хочу поесть сходить, не ел целый день. Не можешь это сделать на трэше после профессора? Так, Рога, ты ладно, забирал, посмотрим сейчас. Скажи, Рома, как мне забирать смог, когда у меня кипит чара? Так ты не оскорбляй, пожалуйста, того, кто распределяет лут, и тебя не будут кикать с гильдии. Это же очевидные вещи. Да там разбойник ролит перчатки, обратите внимание, Вячеслав. Я забирал шмотку уже. Какую-то. Кто есть ДЦ спек, пацаны? Кто похилить может? Элоран или Альтея?
профа хочешь уйти? Да, профа, я хочу поесть. Мне уже зовут даже. Да как мы профа убьем в три хила? По харду, Рома, погнали по харду, чё бы нет. Мы кто? Мы адепты или Дартстар? Да. Кто-то есть Лив или Хламбот? А у кого-то есть ДЦ? Элоран есть ДЦ? Альте, Тофа, у тебя либо есть хил? Давай, заходи, Олег, давай, тебя пошу тогда, пока кикну, ты зайди по хильнам профа и духлика, а потом пойдешь умрать. Ну давай, духлика втроем, говорят, захилят. Давайте, одну спору к звездочке, это господин Роджер, вторую спору к госпоже Машулечке, это Робик. Подтверждаем готовность, все готовы, начинаем, Жень. Несем, не вижу, на ком споры, нету ДБМа, несем ШП, маги, все несем споры. Отлично. Присел, ты можешь вправо отойти, пожалуйста, если тебя не затруднит. Пельмень, Машка. Я плеваю. Да я видел. Чё, зачем мне вправо отходить, не понял? Да ты меня зацепил, короче, я зацепил хила. Я набрю в ноли все. Я зацепил, что-то пузырь. Пропал левее, к звезде протопал. Всё, не надо, обратно. Это не ты, это Лоран, сори. Попутал. Милики, споры выносим, милики. Братишки, выносим споры. Собирайте три хила два. Готовимся, едкая гниль. Совершенно не знаю когда, потому что я играю без аддонов, как скиллованный прицел. Приготовились. Каст через 5 секунд. Это я экстрасенс узнал. Каст идет, прожимайте свои дефобилки. Безупречно, все кроме флипца живы, а флипец кушает. Опять блюет значительная часть нашего прекрасного рейда. Все побеждают. Кикни филипца, добери Олега с Эмманем сразу. Филипец. Олег, ты кто? Винт Маджик. Я увидел, брат. Чего не слышно? ДЦ нет у тебя. Да ДЦ и хер с ним, два эрдру на профи понужнее.
Ренди. А кому на мейн, ноу? На мейн, все равно он за роль уже. Дайте шкаф. Ваня, канал чуть-чуть ниже спустись. Да, наверное, не самолет еще. Ну, дайте шкаф Войда самолет. Ну, Филиппис Шевцелка. Тебе надо было до пола кикнуть. Да, я что-то этот. Ну, сейчас кикну. Ну, я в смысле кикну, сейчас самолет. Ребята, это прекрасный рейд. Прицел, какие адепты? Лучше твич мой спам. Чтоб люди заходили. О, Джон Сина у нас залетел. Хорошо, Ореч. Хорошо. Скиллованный рейд. Ребята, я пизжу, что попало, сори. Давайте анекдот тогда про цирк начнем. Да, плюсики. Грей чате, если анекдот про цирк нужен. У нас да, нет шкафа, к сожалению. У нас три лока, как у нас нету шкафа? Ну вот так вот. Мало локов в рейде, шкаф не получится создать. Давайте, пацаны, кто? Вон шкаф уже ставит мой друг интоксикация. Это не шкаф, это унитаз. Спасибо большое, интоксикация. Жму сумон, жми сумон. Смотреть неинтересно. Спасибо, это на самом деле подсказка, потому что надо учиться о чем-то разговаривать. Сейчас я с вами хотя бы как с рейдом разговариваю, когда я сам, допустим, в тот же Apex играю, там, ну, тяжко. Я комментирую, что меня быстро убивают, и все. Ваня пишет, почему... Ваня, ты пиши комментарии, пожалуйста, на Твиче. Нахер ты мне в гильдию пишешь? Я не смотрю в ваш гичат.